Знаете ли вы, что в нашей стране начался серийный выпуск электронных микроскопов, способных увеличивать в 200 тысяч раз? Изготовляют их на Украине, в городе Сумы. В этом современном приборе вместо светового луча применяется электронный луч. Микроскоп позволяет исследовать поверхность мельчайших частиц материи, их структуру и строение. Мы проникаем в таинственные глубины вещества, окружающего нас на Земле.